Скажите, какие практики можно делать беременным? Беременная женщина должна знать, что все 9 месяцев вынашивания ребенка фактически обозначают 90 лет жизни человека. Таким образом, если на 4 месяц она начинает психовать, то у ребенка в 40 лет начнутся плохие ситуации в его жизни. Но вы же хотите радости и счастья для вашего ребенка. Наполните все 9 месяцев, старайтесь максимально наполнить ваши события и ваши чувства вот этой невероятной красивой энергией. Старайтесь много радоваться, смотрите красивые, рассматривайте там красивую живопись, допустим, слушайте прекрасную музыку, влюбляйтесь. Пусть у вас будет влюбленное настроение, радостное настроение, теплое, проявляйте любовь, заботу к мужу. Пусть у вас это вот все будет. Дело в том, что это создаст жизнь этому ребенку. Если 9 месяцев находиться в состоянии эйфории, счастья и радости, вот такой вот, в состоянии любви, трогательных отношений, видеть все прекрасное, то ребенок, который будет рожден, будет очень счастливым. Все 90 лет его жизни он будет накапливать и создавать, и ощущать бесконечную, тотальную радость. И это в силах вас, как матери, которая строит прямо сегодня или ткет для него его 90-летний период его жизни. Сделайте так, чтобы жизнь вашего ребенка, счастливая жизнь вашего ребенка исключительно находится сейчас в ваших руках.